В общем, я тут недавно записалась на курс рисования именно маркерами. Ксюша! Она через окно уходит! Я папе все расскажу сегодня. Вы будете наказаны. Она мячик не может взять. Вот сижу и сама себя ругаю за то, что безмозговая. Да, нужно было буквки. Так что вот так вот, ребят, облажалась я. Доброе утречко всем. Привет. Мы будем завтракать сейчас. У нас... Да, сегодня хлопья с молоком. Мама, смотри, это Маргарита. Не похоже. Это не Маргарита. Красиво мы его будем. Нет, некрасиво. Давай тарелки доставай. Три? Вот здесь в машинке есть. О, киста. Здесь внизу доставай. Бонни, Бонни, осторожно, осторожно. Четыре, я не буду. Я буду чай. Я буду чай. Папа нет, папа уходит. Куда? По делам. Папа по делам уходит. Так. Мне нужно еще видео смонтировать. Я влог вчерашний не смонтировала. Поэтому... Очко наливайте, давайте. Так, ребят, в общем, смотрите, вы можете также с компьютера зайти на Spotify. Мы оставим ссылочку в описании, так же, как на нашу страницу сестрички.com. Также оставим ссылочку на вот этот Spotify, потому что почему-то не у всех телефон скачивается. Не во всех странах разрешено. Вот, поэтому я оставлю ссылочку, вы вот через компьютер зайдете, потом здесь вот на зелененькую нажмете, и нужно будет зарегистрироваться также, вот электронную почту, пароль, имя, дату рождения, вот, и зарегистрироваться, и все. А я всегда сначала молоко наливаю, а потом хлопья. Ты? Да. А вообще там вот так вот сидела. Сначала хлопья? Да, посмотрите, тоже так. Сначала хлопья. А потом молоко. Ну я так и так делаю. Не знаю, я молочко налью, сколько мне надо, потом насыпаю хлопья. Не знаю почему. Да, потому что я не... Кому как удобно. Мне удобно так. Да. Марго. Ты чего? Смотри. Что-то какая-то упаковка заляпанная. Или там папа почистил ее так? Папа уже прошелся. Чем-то мне тяжело дышать. Нет. Ничего не воняет. Ничего не воняет. Давай насыпай. Легче, что не так это будет. Это кому? По Каролине и Максу. Ну, чуть-чуть, да, вот так. Ложечки здесь есть? Нет, ложки в машинке. Макс. Ну, какой хлебушек. Надо его подогреть. Косичка. Так, хлебушек мы сейчас немножечко поджарим. Так, давайте, я буду видео монтировать. Да, мне нужен компьютер. Почему это твой? Потому что мой слабенький, не получается. Давайте, ешьте. Давайте, ешьте, ешьте. Все. Приятного аппетита всем. В общем, я тут недавно записалась на курс рисования именно маркерами. И сегодня ко мне пришли вот такие вот два альбомчика, я заказывала. Бумага. В общем, сказали, нужно 160 грамм, чтобы она была плотностью 160 грамм. Или как она там называется? ГСМ, не знаю, в общем.
Так, вот я взяла А4. Также я недавно заказала вот такие вот маркеры, набор маркеров. Они, конечно, не оригиналовские, но сказали, что для обучения пока пойдут такие. Я не стала покупать профессиональные маркеры, как, например, копики. Копик, да, он называется? Копик там или еще какой-то тач. Вот, взяла пока такие. Вот здесь 120 штук. Мне для обучения пока пойдет. В общем, я буду проходить курс обучения. Там 2 месяца он будет идти. Я буду учиться рисовать именно маркерами. Рисовать и раскрашивать. Вот, я сейчас хочу попробовать. Также я взяла... Вот такой вот маркер. Это блендер. И вот такие вот гелевые ручки. Еще должны прийти линеры. Еще что должно прийти ко мне? Линеры и все. А, и стирачка. Что? Стирательная резинка. Да. Стирка или как ее называют? Стирка, стирачка. Так, сейчас я хотела попробовать цвета маркера именно вот на этой бумаге, на которой я буду рисовать, чтобы знать... Ой, у меня такие ногти, ужасно, не обращайте внимания. Сейчас же не пойдешь, не сделаешь никуда ногти. Поэтому они у меня отваливаются. Но я жду, пока отвалится, чтобы я сама сделала. Мне больно снимать их. Ты бы могла бы здесь нарисовать один, потом 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну давай, потому что я как... Я сейчас... Я просто не подумала, что здесь, оказывается, нет... Точно нету? Нет, представляете, нет никакого даже номера. Никакого нет номера, чтобы... Нет, я лучше пойду за Бонни. Потом я могла найти цвет. Да уж. Синий, ну ладно, без разницы. Потом мы в Испанию покупали. Ой, спасибо. Замечательно. Так, ну что, будем... Так, это... Следующий. Это будет долго, мама. Давай. И на фломастер. Давай, иди. Вот. Так вот я пронумерую сейчас все номера. Это, конечно, занятие будет долгое, но зато мне так будет проще потом искать и подбирать цвета. Все, ребят, смотрите, какая палитра у меня получилась. Все 120 цветов. Вот так вот. В принципе, они совпадают с цветом. Допустим, какой цвет на колпачке. Все совпадает. Я думала, китайские... Что-то будет не так, но все замечательно. Только единственное, там они перепутали несколько. Там вот два цвета, да, перепутали колпачки, я их поменяла местами. Да, неправильно вообще. Да, еще один цвет, который вообще не совпадает, по-моему, какой-то из этих. Ой, какой-то из этих, по-моему, да? Все, вот так вот номера проставили, чтобы я знала, где какой номер. И не искала, не сидела. Вообще-то нужно было А4, ой, А5, размер бумаги, но я А4 купила. Не знаю, но я еще один себе альбом купила. Не альбом, а скетчбук. Это скетчпад. Скетчпад. Я купила скетчбук на А5, размер листов, а это А4. Целых 2 взяла. Здесь 25 штук, я думала, может, Маргарита с Ксюшей будут тоже рисовать. Вместе со мной будете проходить курс? Курс, конечно же, платный. Я случайно в Инстаграме нашла объявление этого курса рисования. Там можно рисовать этими красками. Акварельными. Да, акварельными красками можно рисовать, либо маркерами. Но для начинающих, да, сказали, лучше сначала маркерами, а потом можно и акварелью научиться. Я всегда хотела научиться правильно рисовать маркерами, поэтому буду учиться. Потом, может быть, буду видео снимать на свой канал, не знаю, если время будет. Ты будешь какие-то рисовать? Свои работы. Там будут учить рисовать людей, животных, пейзаж, архитектуру, еду,
Где-то 5 видов разных, 5 или 6 разных видов. А что за люди? Люди? Ну как, лицо там, не знаю. А Беляевич? Беляевич тебе нарисует. Ты что делаешь? Она через окно. Ты что, через окно уходишь? Да. Ты с ума сошла? Да. Ксюша! Она через окно уходит! Все. Ксюши нет. Ксюша ушла через окно, Маргарита. Ты где? Не, вы что, нормально вообще? Девочки? Девочки? А дверей нет, что ли? А? Дверей нет, что ли? Стой, говорю. Я папе все расскажу сегодня. Вы будете наказаны. Ты смотри, они через окно. Кто там? А? Кто там? Бонь. Собака вон. Хочет побегать тоже. Она сразу свою свинью нашла. Вон. Что? Ну пускай ездит Макс на велике. А я тут посижу немножко. Видео помонтирую. Мое, а? Помада? Это чья, моя? Да, ну она вот так вот. Ну пускай проедет немножко, ничего страшного. Там кепочка твоя валяется, Каролин. Мама, ну пусть он поездит на твоем. Вон смотри, Маргарита с Ксюшей прыгает. Опа. Ксюш, ты вроде такая легкая, чуть не взлетаешь. Ты же легкая, чуть не взлетаешь. Сейчас мы должны нас смотреть. Кто не возьмет, он проиграл. А кто отвернется? Ксюш, ты там спину себе не поломай. А вон Бонни нашла, там мячик, это соседской собачки. Смотри, смотри, она. Смотри, Бонни хочет чужой мячик взять. Она мячик не может взять. Ксюша разобрала пазл и не может собрать теперь. Ну что теперь делать? И только Макс собрала. Ну что теперь делать? И как ничего, собрать? Они тоже самые все детали. Ну не надо было разбирать, Ксюша. С Маргаритой это проще. Оно же одно одинакового оттенка. Как теперь? Что теперь делать? Смотри, что она грызет. Марго. На пульку грызет. Отпусти. Отпусти! Нельзя. Не путю. Не путю. А пути не путю. Зачем вот разобрала? Марфуша. Ксюша Марфуша, да. Ксюша, ты Марфуша? Все какая Марфуша? Ищи, да, вот это что-то лицо, это тоже что-то лицо. И это тоже чье-то лицо. Это невозможно собрать. Собрали наконец-то. Это не просто. Так, все, давай дальше. Вешай, иди на место, где она висела. Где? Магнитик этот. Дед, дед, сверху держи. Или вот так вот. Нет, вот так вот держи, как я. Вот сижу и сама себя ругаю. За то, что безмозговая мадам взяла, купила не те маркеры. В общем, мне нужны были спиртовые, а вот эти вот, ну, я не прочитав. Не прочитав, я думала, что вот это вот спиртовые маркеры, но они, оказывается, не спиртовые. И поэтому рисунок у меня не получился, поэтому я вот рисовала. Очень красиво. И у меня, в общем, вот такая вот фигня получилась, но раскрасить правильно не получается, потому что... Маркеры не получаются. Да, я когда рисую вот этими маркерами, у меня скатывается, вот когда я начинаю на второй, на третий слой рисовать, у меня катышки появляются. А если рисовать вот этими, ну, у нас они уже почти все испортились, подсохли, там, потерялись цвета. В общем, если ими рисовать, то ничего не скатывается. Можно там на 3, на 4, на 5, на 6 слоев. Вот как вот здесь я сейчас пробовала. Вот здесь вот.
И они такие вот гладенькие, все нормально. Вот это вот. Вот это вот я рисовала вот, вот этими маркерами. Они, по-моему, водяные, что ли. Watercolor. Что-то такое, в общем. Я не посмотрела в описании. Посмотрела, клюнула на то, что очень много цветов, что они очень яркие, палитра такая богатая. Вот, обратила внимание только на это и забыла прочитать. Я думала, что все маркеры обычно спиртовые, не знаю. И, в общем, оказывается, они не спиртовые. Так что, ребята, если кто рисует там скетчинг или еще что-то такое, не берите такие. Читайте всегда. Да, или читайте, потому что для скетчинга, вот для таких вот рисунков многослойных, если хотите что-то такое красивое, то не получится, да, смешивать цвета, оно будет скатываться, и будут видны вот эти вот полоски, вот такие вот полоски будут видны, когда вы будете закрашивать, полоски будут оставаться. Ну, в общем, я не закончила этот рисунок, потому что у меня маркеры, в общем, мне не подходят, оказывается, поэтому так у меня останется. Этот рисуночек, и вот здесь вот я уже начала пробовать. Действительно, они не скатываются, они прям гладкие, да, гладкие. Очень гладкие. Можно сверху там кучу слоев там смешивать, ничего не будет. Вот он, конечно, здесь просвечивает, начинает, но ничего страшного. А вот этими маркерами проведешь на второй слой, все, начинаются катышки, начинается вот это мокрое все, бумага такая становится мокрая. Как еще сказать? Ну, в общем, облом. Вот эти маркеры я отдаю девчонкам. Пускай рисуют у себя там, не знаю, где хотят. Обрисуются, но мне нужны другие. Мне придется... Я не знаю, почему я вот такие не купила. Я клюнула на вот эти. Нет, чтобы вот эти вот купить. Они уже проверенные, все. Ну, нет, вот. Я же спросила, я думаю, зачем ты эти купила? Если ну, потому что мне вот здесь 80 цветов, а здесь 120, понимаешь? Палитра такая яркая. Да. Посмотрите, вот, неужели не клюнете и не купите вот на вот это? Посмотрите красоту. Столько цветов можно вообще. Прелесть просто, посмотрите. Ну, вот. Ну, мне придется теперь вот еще заказывать вот такие. Но я вот буду искать маму. Но с Китая я не хочу, потому что с Китая будет долго идти. Мне нужно срочно, потому что курс уже начался, и мне нужно рисовать. Вот, поэтому я не знаю, что мне делать. Видишь, она светляет чуть-чуть немножко, когда ты начинаешь. Это блендер. Не знаю, что мне делать. Буду искать маркеры. Срочно мне нужно, срочно, срочно. Вот так вот, ребятки, вот так вот бывает. Это очень красиво. Ну, жалко, мне так красиво получилось, но раскрасить красиво не получилось. Mm-hmm. Видишь, фигня плохие какая-то. Марки. Да. Смотри, это так красиво. Ну вот. Придется так оставить, не буду я трогать. Это еще это синяя и красная. Да, нужно было буквки. Так что вот так вот, ребят, облажалась я. Дурочка не прочитала нормально, что должно быть, должны быть спиртовые. Мне еще там написано, у меня еще был список, какие именно материалы покупать, и написано маркеры спиртовые. Нет, вот надо было мне купить вообще не то. Ну, хоть бумагу ту взяла, то радует. Так что вот так вот. Будем искать 120, да? Да ладно, уж 80 мне подойдет. Хоть какие-то 120, я не знаю. 120 лучше. Только с Китая. А с Китая мне долго сильно будет идти. А если здесь в Швейцарии покупать, здесь они дорогие. Да, очень. Очень дорогие. Но там, конечно, другая марка. Они не китайские. Там другая марка. И там, в общем, $100 и больше. Дорогие. И 200, и 300, и 400. Да, копики там и всякие разные. Не знаю, что я буду делать. Я прям так расстроилась. Дорогие. Очень расстроилась. Нет, я вчера так старалась, рисовала. И мне вот так хотелось, не знаю, все выдернуть, выкинуть. Потому что оно все скатывалось. Mm. У меня прям все-все-все скатывалось. Видите, какие разводы появились. А это что? Это, это шоколадка. Ага, нет. Шоколад. Нужно было сделать белый шоколад. Можно черный, можно белый, не знаю. Вот такие вот дела. Ладно, будем собираться спать. Да, Ксюнь? Уже 12 часов ночи. Я не хочу. Да. Я тебе всегда говорю, что я не хочу. Да, я знаю, что ты не хочешь. Вон, Виляльш, раскрась свою маркерами, поярче сделай. Вот это? Да. Черные волосы поярче. Не, лучше не порти, не надо. Хотя черным можешь волосы закрасить, чтобы было пробелов не было видно. И зеленым волосы сделать. Они будут не хорошо видно. Нет, будет ярко, нормально. Угу.
Ладно, все, идем, собираемся, убираем это все, все маркеры убираем. Вот этим? Да, вот этими можешь попробовать. Что ты вдруг надумала буквы складывать? Не знаю, увидела, что они у Ксюши хорошо лежат. И тебе захотелось, да? Чтобы их искать не надо было. Угу. Ну да, все сразу каждую буковку вот разложить по кучкам и все. Чтоб легче было слова собирать. Ладно, все, спать идем. Спокойной ночи, всем пока, ребят. На сегодня день уже заканчивается. Давай, я тебе даю 10 минут, чтобы ты закончила. Все, всем пока. Всем пока. Пока.